Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой влог. Мы приехали на староходный рынок, крупнейший блошиный рынок в Европе. Я хочу себе поискать что-то, какое-то украшение. Я не знаю, что. Я сама не знаю, что мне надо, но меня такие рынки вдохновляют. Вот серьезно, какие-то образы интересные. Здесь действительно то, что не встретишь больше нигде, мне кажется. Вот, к примеру, вот эта потрясающе красивая брошка. Вы посмотрите. Я зацепила еще что-то. Это просто роскошь. Камея, да, или брошка? Листик такой красивый. Да, листик австрийский. Очень красивый. Это что? Смотрите, какая брошка. Ну, тоже типа как вот этого, тоже с мелкой. Вот это тоже типа подставь, как это шахотница. Очень красивая. Вот он тоже идет с пилочкой. Так вот это вот, я ничего не порежу. Булавка. Ну, пальцем просто вот провести. Да он и хлеб не порежет, я тебе говорю. Это так больше. Ну, его нужно... Понял, его нужно заточить. А этот именно порежет, сделал, вот, знаешь, вот как он... Можно что-то из этого выбрать, скажите, у меня глаза разбегаются, я все хочу. Почему? Ободранная. Каждый раз меня удивляют масштабы этого рынка. Просто так, на земле, на стенах, целый район, туда улицы, во все направления. Это реально целый район, это просто шок для меня. Очень давно не была, некоторые говорят, фу, как можно, это же барахолка. Но, девчонки, здесь можно встретить то, что нигде больше не встретишь, уникальные какие-то вещи, которые больше не производятся. И это действительно на любителя. Честно вам признаюсь, часто сюда ходить я бы не смогла, потому что 98, наверное, процентов из того, что здесь представлено, это реально хлам. И только там 2% действительно стоящие вещи. За эти вещи многие борются, ходят сюда каждый раз, когда здесь выкладывается, по-моему, 2 раза в неделю. Суббота, воскресенье, здесь располагается этот рынок. Ходят сюда и ищут что-то стоящее и интересное. Поэтому все время, каждую неделю сюда ходить я бы, наверное, не смогла. Я здесь была 1,5 года назад и, наверное, ближайшие 1,5 года не приеду. Но мне достаточно вот одного такого визита раз в 1,5 года, чтобы прям пропитаться, насладиться, что-то для себя выбрать интересное и просто вдохновиться на какие-то... образы, может быть. Вообще здесь очень круто. Можно в стиле совка собрать комнату, интерьер, офис или какое-то заведение в стиле совка. Здесь есть из чего выбрать. Вот прям реально сюда можно зайти и выйти с готовым дизайном. Это просто рай для меня.
здесь много винтажных вещей, антиквариаты, раритетных изделий. Если действительно разбираться, не так, как я, а именно разбираться в возрасте определенные вещи, то можно совершить очень удачные покупки за недорого. И многие люди даже постоянно сюда ходят, чтобы совершать те самые покупки. Но я, к сожалению, не разбираюсь, наверное, ни в чем. И глядя на такие рынки, я понимаю свою абсолютную безграмотность в этой сфере. Но мне это очень интересно и заставляет задуматься о том, чтобы изучать, начинать все-таки изучать, расширять свой кругозор. Я, кстати, встретила несколько знакомых лиц, которых встречаю периодически в магазине Smart Store, в том магазине, где я покупаю вещи на вес. Вот они, оказывается, здесь продают свои вещи, которые купили в том магазине. Так что Староконный рынок – это уже не тот рынок, который был раньше. А это что? Вот это?
Это янтарь 60-х годов. Смотрите, какой красивый паук. Очень красивый. И вот это тоже агат, но он рифленый, видите он? Рифлей. В шоке, какой он красивый. Здесь есть еще одна улочка, где выставляют кошечек, собачек. И я могу здесь сутками находиться, наблюдая за этими питомцами. Они такие смешные, такие милые. Хочу к стафам пойти, давайте, посмотреть, давайте, какие стафики сейчас продаются. Здесь маленькие. Шпиц. Леша, бродишка. Бульдожки и спаниельки. Бульдожки. Какая милота. Тут мопсик. Мальтезе. Какая красотуля. Как картинки. Ой, какие. Какие. Потрясающие. Взрослая кошка стоит 500 долларов. Голубоглазик. И посмотрите на его глазки. Такая милота. Девочки, я не могу. Я сейчас залипну, порчу. Сережа на меня уже косо смотрит. Но я не могу. Хотя я не планировала сюда заходить, потому что я себя знаю 100%. Здесь такая довольно большая улица. И очень много животных. И я знаю, что 100% я бы залипла. Я и залипну по-любому. Смотрите. Ой. Ой, ой. Собаки-улыбаки. Смотрите, спит, что-то ему снится. Здесь все гудит, машины едут. А ему... $300. Милахи какие.
Вот такие. Смотрите, ну как, не знаю, почему многим кажется, что они агрессивные. Мне кажется, они такие улыбаки. Сколько мы знаем, шесть цивилизованных. Одни живут в поселке, там постоянно это. То есть им удобно, они специально взяли. Они потом еще кабеля взяли. Они вообще проблем нет, у них только и кабели, никто никому жить не мешает. Погладь меня, мама. Я сейчас кайфовал так. Она, девочка. Кто, все крупные спят, а мелочь, смотрите, туда-сюда носится. Не взяла эти. У нас девочка, Став. Спасибо, есть такие. Папа такой, вот. Да. Манюня, ой, на 3 месяца. Мама такая вот, как они. Все, давайте. А что ты там делаешь, грызешь? 3,5 месяца? 3. Вот с этого было 3 месяца. Там прививки уже все есть. Первая прививка есть. Еще вторую. Если будете, хотите ушки купировать, я вам дам телефон врача, который нам купировал. Видите, как красиво. Друзья мои, следующий день влога. Хочу показать вам, что я вчера купила. Но панда мне не дает. Она мне перебивает. Я уже 3-й раз пытаюсь начать вам показывать, что я здесь уже отложила из вчерашних покупок. А она мне не дает. Она вчера нам так радовалась, когда мы приехали. Видимо, услышала запах других собак, которых я гладила. И что-то себе там надумала нехорошее. Что ты хочешь играться? Кстати, очень много животных отдают просто так, в добрые руки. Очень много. Мне кажется, в этом году прям совсем много. Поэтому, если у вас есть такая возможность подарить счастливую жизнь животному, то обязательно это сделайте. Возьмите себе какое-то животное, которое просто так отдают в добрые руки. И подарите ему свою любовь, а он вам вернет в 100 крат, уж поверьте. Так, я здесь уже разложилась, купила кое-что из бижутерии, я все уже обработала. Обувь просто протерла влажной салфеткой для кожи и сумку протерла. Обувь, очевидно, что ее готовили к продаже, потому что здесь покрасили, видите, подошву. Это Бали, такие вот, вот видите, такие лодочки в размере, Азан 38 размер, они кожаные, носки не сбиты, в целом состояние неплохое, мне очень понравился каблучок, и я их взяла, внутри, естественно, тоже кожаные, ну, довольно качественные, хорошая обувь, Бали бренд мне нравится. Вот видите, вот сбоку вот такое вот оформление, они минималистичные до ужаса, но мне такие очень нравятся, они замечательно работают во всевозможных луках. Еще я прикупила вот такую сумочку от Бали, здесь явная царапинка, вот видите, но мне очень понравился ее цвет, я буду ее еще приводить в порядок, надеюсь, что получится. Эта сумка винтажная, прям такой хороший винтажик, на самом деле присутствует и легкий запах такой винтажа, я думаю, что тоже получится от него избавиться. Это тоже Бали, видите, форма у нее необычная, тоже минималистичная, но больше всего мне, конечно, понравился этот цвет, это цвет пластилина в советское время, я его называю, он такой чернильный, но зеленцой, если вы понимаете, о чем я говорю, потому что я еще тот мастер описывать цвета. Здесь есть несколько пятнышек, я специально села на свет, чтобы вам были видны все нюансы. Естественно, в носке это будет не так видно, как сейчас в детальном рассмотрении, но нюансы есть.
вещь с историей, очевидно. Я не взяла штатив, чтобы вам получше все показать, потому что одной рукой все-таки не очень удобно. Смотрите, как она застегивается внутри. Здесь маркировка внутри на подкладке. И вот так вот она раскрывается. Еще кармашек один. И вот один небольшой, который застегивается на молнию. Нет никаких сомнений, что эта вещь оригинальная. Действительно интересная, необычная. Я просто не могла ее оставить там. Кое-что купила из бижутерии. На самом деле я ехала за бижутерией. Честно вам признаться, я не нашла то, что искала. Пандора, ну ложись уже. Не нашла то, что искала, а искала я желтый камень. Не прозрачный камень, как, например, янтарь, а такой матовый, желтый, насыщенный, яркий цвет. Может быть, даже не камень, а полимер. Вот мне чего-то такого захотелось. Мне кажется, я вдохновилась какой-то картинкой, и мне захотелось, неважно что, будь то серьги или большой перстень, что такое мне бы хотелось. Либо, возможно, янтарь, но такой прям насыщенного цвета, как это он называется, королевский, что ли, янтарь, который прям матовый. Вот что-то такое очень яркое. Но, к сожалению, ничего такого я не нашла. Единственное, что меня очень привлекло, это паучок, который я вам показывала в видео. Он тот винтажный, 60-х годов. Я, наверное, за ним вернусь все-таки на следующей неделе. Я пожалела, что я его не купила. Так, первое, что я купила, это вот эту черепашку. Это брошка. На самом деле, броши я не ношу почему-то. Хотя, вот последнее время мне нравится, как они смотрятся в винтажных образах, и мне захотелось что-то такое себе прикупить. В общем, вот такая вот черепашка, я не знаю, приживется она в моем гардеробе, подружится она с моими аксессуарами, или же я буду ее продавать. Честно говоря, я еще пока не решила, просто она мне очень понравилась. Здесь такая россыпь маленьких, как мне сказали, камней, но, честно говоря, я не разбираюсь, поэтому я сейчас не буду утверждать, не хочу быть голословной. Не знаю. Похоже, конечно, на камни. Но сейчас так подделывает, что меня ничего не удивит. Внутри она выглядит вот так. Может быть, кто-то разбирается. Вот видите, этот камушек. Ну, похоже, не знаю, в общем, может кто-то разбирается. Напишите, расскажите, потому что продавец мне ничего внятного не мог рассказать. Он сказал, что он всего лишь реализует товар. Дальше, перстень, который мне очень понравился, вот такой красавчик, большущий, тяжеленный, ну, не знаю, он такой минималистичный и при этом довольно интересный, в общем, я его купила. Это 17 размер, я его планирую носить вот так вот на указательном пальце, мне кажется, это смотрится стильно, если он вот такой вот в одиночном исполнении, вот один такой одинокий большущий перстень на руке, мне кажется, это смотрится интересно, вот сбоку. Он выглядит вот так. Здесь, наверное, обычный металл, я тоже не знаю, но это не серебро. Следующий вот такой, в винтажном стиле, тоже продолговатый. Такой, не знаю, камень, полимер. Мне сказали, что это все камни. Ну, девочки, вот этот тяжелый, очень тяжелый. Здесь я склонна верить, что, возможно, камень. Здесь, не знаю, тоже тяжеленький. Ну, не знаю, честно, я не буду сейчас утверждать. Он такой в винтажном стиле, мне он нравится, и здесь его можно регулировать хотя бы. Но это тоже где-то размер 17, если полностью затянутый, может быть, даже 16. Нет, он где-то 16, потому что он меньше по размеру, чем вот этот. Вот, но его опять же можно регулировать под разные пальчики. Пока не знаю, но вот с этим точно расстаться не смогу, потому что он мне прям в душу запал. А этот... Не знаю, может, тоже буду носить. Но опять же говорю, они моно, это моноперстень. Для меня, конечно же, на мой вкус. Следующий перстень вот такой, это глаз тигра или тигровый глаз. Он переливается, играет на солнышке. Он такой поспокойнее, чем эти, не такой активный, но тоже не маленький по форме, как вот этот. Вот видите, вот, практически одинаковые по форме они. И по размеру такая же история, это 17 размер. Тоже не знаю, пока мне просто приглянулся классный. И мне еще, знаете, понравился розовый камень, прям такой розовый, яркий, летний. Почему я не купила, я не знаю. Обязательно за ним вернусь, скорее всего. В видео я вам сказала, что мне нужно где-то полгода для того, чтобы созреть на следующую поездку на Староконный рынок. Ну, я слукавила. В этот раз, мне кажется, понадобится неделя. Вот я уже хочу, мы вчера были, а я уже сегодня хочу ехать. Ну, наверное, на следующей неделе
неделе, на выходных мы все-таки снова поедем. Я уже куплю то, что не купила в этот раз. Почему-то. Опять же, не знаю почему. Вот колебалась. Может быть, тогда и найду свой желтый камень, который так горячо хочу. Еще я купила вот такие клипсы. Ну, честно говоря, я их купила просто потому, что мне стало жалко старушку, которая продавала всякие изделия ручной работы, в основном из бисера. Мне захотелось что-то у нее купить. Я купила вот такие вот интересные клипсы. Так вот они выглядят, они не тяжелые. Я думаю, что они будут создавать дискомфорт в носке. Ну, такие, может быть, для разнообразия пару раз надену. Дальше, вот такое вот украшение, которое меня просто в себя влюбила. Очень крутое, тяжеленное, не могу передать. Настолько оно минималистично, брутальное. И настолько оно интересно выглядит на фотографиях, в образах. Я его уже просочетала с несколькими образами. Оно просто невероятное. Настолько оно круто и эффектно смотрится при всей своей простоте. Дальше. Таких два ремня. Я всегда любила, люблю и, наверное, буду любить вот такие пряжки, обтянутые кожей. Вот указано, что это натуральная кожа, но сама надпись, ну, мне кажется, он не винтажный, не знаю. Указано, что изготовлен для бренда John Lewis. Но сам ремень классный, поэтому и купила, потому что больше всего понравился. Ну, а вот этот, скорее всего, не обманули, сказав, что он винтажный, потому что я про него загуглила. На самом деле, продавец не мог ничего мне внятно сказать, но интернет мне подсказывает, что это настоящий ремень английских бойскаутов. Вот этот вот геральдика, вот это вот на пряжке, это трилистник. Бойскаутская тема, он, видите, как необычно вот так вот застегивается. Выглядит он очень интересно, и цвет у него необычный, темно-темно-коричневый. Здесь вся гравировочка на месте. Ну, да, здесь, по крайней мере, интернет говорит, что это винтаж. Вот такие вот покупки я совершила на винтажном рынке. Небольшие, но если говорить об объемах, больше всего я все-таки вдохновилась. Я получила такой колоссальный, громадный заряд энергии, эмоций, вдохновения, что мне надолго, я думаю, хватит. Поэтому я совершенно не жалею, что я туда поехала. Еще раз повторюсь, я поеду туда еще разочек на следующей неделе, наверное. Так что, если такая тема вам интересна, пишите в комментариях. Я возьму вас в следующий раз снова с собой, если хотите, конечно. Прогуляемся с вами еще раз. А на сегодня я благодарю вас за просмотр. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если не сделали этого раньше. Пару позиций, наверное, я выставлю у себя на странице в Instagram. Так что проходите по ссылочке под этим видео, подписывайтесь на мою страницу. А я с вами прощаюсь совсем ненадолго. Скоро увидимся. Пока!